Все не могут жить вечно, их некуда будет деть. Почему есть временные зоны? Почему есть налоги? Почему цены вырастают в один и тот же день? Стоимость жизни растет, чтобы люди продолжали умирать. А как еще могут появиться люди, у которых в запасе миллионы лет? И все знают, что времени достаточно. Рано умирать никто не обязан.